Второй раз в регионе проводится опрос на тему «Лучшая работа со средствами массовой информации». Чтобы правильно и четко доносить новости, СМИ часто общаются с представителями различных ведомств, предприятий и организаций. Вот только взаимодействие не всегда проходит так хорошо, как хотелось бы. Для того, чтобы выяснить, какое из предприятий лучше всего взаимодействует со СМИ, рязанский выпуск газеты «Комсомольская правда» проводит опрос среди региональных медиасообществ. Они основываются на опросе нашего экспертного медиасообщества. Это представители практически всех средств массовой информации. Ну, я скажу так, всех средств массовой информации, до которого мы смогли дозвониться, достучаться, вот, лично встретиться. Опрашивались в первую очередь главные редактора, коммерческие директора и наиболее опытные журналисты, потому что в перечне было 60 предприятий и организаций, и требовалось оценить опыт взаимодействия с каждым из них. В 2019 году в опросе приняли участие 34 эксперта. Им выпало судить 60 предприятий и организаций по 10-бальной шкале. И на основе опроса был составлен обновленный рейтинг. А так как опрос проводится уже второй год подряд, то появилась возможность сравнить показатели 2018 и 2019 года. Всего лишь, ну, может быть, предприятий 10, которые имели прогресс по итогам этого года. Что касается структурных изменений, то они также произошли, усилился силовой блок. Вот, то есть журналисты стали более так лояльно относиться именно к силовым структурам. Второй год подряд лучшими в работе со СМИ стало региональное следственное управление Следственного комитета России. На втором месте – отдел Росгвардии по Рязанской области. У ведомства лучшая динамика в 2019 году, рекордный прогресс в работе со СМИ. Мне очень приятно, что работа наша отмечается. Организация молодая, но тем не менее активное взаимодействие со средствами массовой информации налажено. Мы всегда открыты для общения, поэтому, надеемся, не последний раз нас отметят. Есть и антирейтинг – те ведомства, которые со СМИ взаимодействуют плохо или не сотрудничают вовсе. На награждении они не присутствуют, дипломы им вышлют отдельно. Остается надеяться, что те предприятия и организации, которые заняли последние строчки рейтинга, изменят свою позицию, чтобы рязанцы смогли более оперативно узнавать новости города. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».